Всем привет, мои хорошие, с вами Катя, это канал GG Family, продолжаем Sleeping Dogs. Так, я пришла тут на полицейское задание. Блин, круто, я свою тачку поставила. Да блин, ну начинаются опять эти машины. Блин, такая неповоротливая. Да сдрыстаните, ну блин, как мне проехать-то, алло? Ой, я там кого-то задавила. Еще и не туда поехала. Блин, хрен догонишь. Ладно, если сейчас не получится. А, мы же вроде это задание тогда пытались выполнить, ничего не получилось. Это подозрительную машину я вижу. Ой, простите. Ой, блин. Да уйди. Тут полиция едет. Почти у нас получилось. Не получилось остановить, что ли? Блин, мы уже нашу всю раздолбали. Эта машина здоровая. Тяжело на ней ехать. А может быть подкрепление там будет? Нет? Блин, я в деревьях запуталась. Человека убила. Да что такое? Ну... Так, он сейчас сюда будет выезжать, кстати. Наконец-то! Да ну, блядь, ну... Одна же... Но же доставать надо. Так. Не поняла. А, зажатие, чтобы доставать. Вас тоже, что ли? Блядь. Всех шокером долбануло. Бедная моя машина. Да, полицейский рейтинг так себе. Джип полиции Гонконга у нас теперь есть. Так. Давайте, наверное, на рынок сгоняем. Может, там что-нибудь одежда у нас какая-нибудь новая появилась. Лет. Да, блин. Что-то отряды нету, никаких заданий. Мне же надо как-то повышать у них. Да блинский. Простите. Так, где-то здесь у нас одежда. Вот он. Глянем, что у нас есть. Готовые костюмы. О! Контроль времени, скорость увеличения интенсивности. Так, вот это увеличит урон ближнего боя на 40% у нас есть. They steal all their looks from me, stupid beggars.
Вам доведена великая сила. Снижает урон в рукопашном бою на 60%. Что значит? Снижает. А, ну это, наверное, когда меня будут бить. Пониженное внимание полиции. Чуть ничего интересного нету. You not buy nothing? What am I? Some peasant with pajamas? You're not going to find anything this good anywhere in the night market. Да, блин, я запуталась. Stop. Съездим, узнаем, что там надо. Может быть, это триада? Давайте попробуем тачку, может, угнать. Как-то же мы... А! Вон оно чё. Я думала, что, может быть, нам как-то надо будет взламывать машины. Всё, что... Ну, прикольно. Прикольно. Тут полицейский свет гоняться не будет за мной. Эх, почти четко так залетели. Почти хорошо припарковалась. Этот сукин сын! Странный предатель! Вэй, иди сюда, быстро! Что происходит, Уинстон? Это все Бенни, менеджер Бамбама, мой старый друг. Теперь он работает на псиного глаза. Этот говнюк решил отомстить нам за то, что мы пустили микроавтобус по его маршруту. Я пойду поговорю с Бенни, вразумлю его. Ага, давай, сделай это. О, какой он злой! Ага, отправляйте скуп бам-бам. Так, ну, сейчас сгоняем. Да, жестко тут все у них. Ой, блин! Его в последний момент увидела. Так, вы что продаете? Ну-ка. Заболтать вышибал, чтобы он купил в клуб. Давай, мороженку. Фига у вас мороженка. Ты все съел? Блин, у меня же мороженка в морозилке лежит. Просто он мороженое поел, не то, что захотелось. Так ты меня пустишь? Че ты удумал? У меня послание от псиного глаза. Сам скажешь ему, что ты меня развернул от псиного глаза. А, ну так это совсем другое дело. Проходите, сэр. Уйдите в клуб. Тусить будем? Бенни в вип-зоне, проучи его. Поговорите с вышибалой вип-зоны. Так, тут, наверное, крутая музыка играет, но музыка у меня выключена, чтобы АП не прилетела. Давайте поделимся. Сюда пускай только випов. Что там происходит? Это один из лучших залов караоке во всем городе. Сюда пускают только с хозяйкой зала или по особому распоряжению босса. Наверняка мы с вами сумеем договориться. Вот с хозяйкой зала и договаривайся. Поговорите с управляющей. Куда вы пошли? Ой, это управляющая. Как вас зовут? Тиффани. Рада познакомиться. Я Вэй, Вэй Шэнь. Вы ведь хозяйка зала караоке, да? Можете провести меня в вип-зал? Конечно, идите за мной. Сопроводите Тиффани в караоке зал. У вас легкий акцент, вы из города? Да, оригинально, но, знаешь, я достаточно много времени провел в Штатах. О, это здорово, я всегда хотел уехать куда-нибудь. А Бенни? Какой он? Бенни, вы имеете менеджер? Он довольно приятный, всегда следит за тем, чтобы всем платили вовремя. Хорошо.
Кому он платит за крышу? Пойдемте споем. Мы сейчас петь еще будем. Давай, спой мне песню. Спойте в караоке. Вы серьезно? А, выведите песню, у меня только одна песня тут. Ух ты, а что надо нажимать? Блин. А как, подожди. Вот как. Офигеть. Я не хочу петь песни, нет! Блин. Извините, я не певец. Все? Соло на гитаре. Но я вроде неплохо спела. Блин, опять петь. Надеюсь, мы ей угодили. Это как типа Guitar Hero или как там игра называется. Скажите, что это все. Вы спели нормально, 88%. Ого, да ты в самом деле хорош. Слушай, понимаешь, мне тут нравится, но дома я привык к чему-то большему. Это я с вами разговаривал об этом, да? Можно пройти в вип-зал? Да, конечно, там намного лучше. Иди в верхний зал, я подготовлю комнату. Идите наверх. Че это она нам подготовит, а? Пока, Вэй, пока, пока. Ух ты, как красиво. Рыбки тут. Рыбешки. Эй, ты кто нахер такой? Я ищу Бенни. Эй, Бенни! Да? Тут какой-то парень хочет с тобой поговорить. Привет, чем могу помочь? У меня есть сообщение старого друга, Уинстона Чу. Уинстона? Почему? Это не самая хорошая идея. Пожалуй, тебе лучше уйти. Он хочет, чтобы ты знал, псиный глаз больше не твоя проблема. Если он будет тебя беспокоить, сообщи Уинстону, он об этом... И я об этом позабочусь лично. Ты же все слышал, убирайся отсюда нахер. Пацаны, это вы зря. Ты ж сука. Ах ты. Да блин. Ты что? Сидеть. Ой, тут что-то можно взять. Статуэтку нашла. Отлично. Ой, давайте в аквариум его. Ты еще. Оу. А, еще вы что ли? Ты что ж меня бьешь? Отлично! Отлично! Бенни, вылезай оттуда! Я знаю, что ты там! Ой-ой-ой! Вот ты, Бенни, тварь! Сбейте, вышибал! Смотрите, что-то у нас... Ах ты же, блин! Жопа, а! Да ж мысли, ну! Ах ты же, блядь! Да блин, вы задолбали! Ну как так-то? А вот, ну... Ну? Блядь.
Возьми этого и сюда давай. Бедный аквариум, конечно. Да куда ты? Что ты делаешь? Блин, да не успеваю я. Ай, тихо! Тут же эти все целые. А, можно было бы так, да? Нет, нельзя было так. Так ты, сука! Получай! Еще внизу, вы что, издеваетесь? У меня хп нету. Что-то там можно было... А, просто перепрыгнуть. У меня нет хп, и что мне делать? Я сейчас сдохну. Съесть покушать! Где я, ублюдки? Вроде хиленькие, блин. Ага, хиленькие. Мне как... Долбанули. Да нет! Так, этого тоже схватить. Ну, давай. Да блин. И сюда. Ладно. Здесь хп мы сохранили, отлично. Сейчас будем с теми драться. Иногда вообще не успеваешь перехватить эти удары. Да и блин. Да в смысле, я ж тебе долбанула, вы чё? Да ёб твою мать, ну возьми же ты, блядь. Какой же ты сука, а? Да вы чё, дебилы, что ли? Вот это чё за хрень? Я ему говорю, схвати, а он, блядь, продолжает стоять как долбоёб. Ну, что ж такое-то? Мне ж прям выбесило. Какого хрена у меня опять нет хп? Ну? Сколько можно-то тут драться? Ой... Доели. Иди сюда, алло. Ах ты ж, сука. Ах ты ж, тварь. Беги, давай сюда его. Вот эти вот здоровые вообще твари. Блин, весь пол сломали. Блин, у него нож! Ить! Ну все, вам хана, блин, не хотела я. Ах ты ж тварь! Ах ты ж нож у меня забрал, да? Подскоды, ну-ка верни то, что забрал. Как-то тут безоруживать же им прокачивание, не? Нож. Все, блин, достали, а? И ты тоже, что ли? Блин. Ты вообще хп не осталось. Блин. Наконец-то! Ищите Бенни в туалете. Вот Бенни, ты тварь! Вот я тебя сейчас найду. Тебе будет жопа. Да ладно! Избегайте захвата, бейте их сильными ударами. Да чё? Писсуары-то не, никак! Эф, бля! Эф, блин, ага, нихера себе. Он, короче, не дает мне сделать захват, все поняла. Да ты ж, блин, задолбал. Я же нажимала! Это просто... Да вы серьезно? Почему? Нету, блин, этой контрольной точки там.
Это пипец какой-то, заново драться. Блять, мне так хп высаживают тут. Это просто пиздец. Ну, будет нож того забрать и с ножом идти к ним. Эй, блин, да я же нажала! Да удать же, да ты ёбаный свет, ну удать ты его, ну что такое? Ну, Эр, нож бери, блин. Блин, нож сломался, понятно. Еще пришли. Эй! Блять, тут встал еще. А, вы издеваетесь? Че за хрень? Ну хватит меня бить, ну. Да возьми ж ты его. Это жесть, это полная жопа. Как тут все пройти? Так, пробуем еще раз к этому Бенни. Что тут вообще что-то жесть какая-то происходит. Вот этот самый сильный, зараза. Ой, блин. Блин, он меня вот захватывает. О, получилось. А, опять. Он меня хватает. Наконец-то! Я уже раз пятый, наверное, перепрохожу. Это просто жесть. Расслабься, Бенни, я не буду тебя убивать. Просто послушай. Ладно, чего тебе надо? Я уже сказал, Уинстон хочет быть твоим другом. Сначала по щам дал. А что с синим глазом? Это не твоя проблема. Надеюсь, так и есть. Так оно будет лучше для меня. Можно я теперь пойду? Конечно, можно, Бенни. Тут бы Бенни, ты скотина. Так, вот, ах, вот ряда почти второй у нас уже уровень. Так, у нас номер телефона Тиффани есть. Пора, встретимся в условленном месте через час. Это, конечно, был вообще полный пипец. Опаздываешь. Конрой все еще следит за мной, он плотно взялся за дело. Тебя раскрыли? Меня еще пойди поймай. А? Ладно, как дела? Как дела, твою мать, Реймонд? Тебе попадают в кусу, и вот-вот начнется война. Уинстон и Псиный Глаз ее приближают практически каждый день. Ты что, совсем? Мои отчеты не читаешь. Я лично про тебя спрашиваю. Как у тебя дела? Слушай, Реймонд, мне нужно возвращаться. Твое душевное состояние очень важно. Для меня и для того, как ты выполнишь свою работу. Иди в жопу, я как раз выполняю свою работу. А это уже мне решать. Ты хотел сказать Пендрю. Пендрю назначил тебя твоим контролером. Я знаю, что у тебя в этом деле есть мотивы. Не превращайся в вендетту, мы полицейские, у нас есть правила. Это ты полицейский, а я внедренный агент, и правила у меня другие. И ты за меня, мать твою, беспокоишься? Ты слуга закона, Вейд, такой же, как я. И не такой, как ты, понимаешь? Это все? Ты... И чё встречались? Так, чё-то записка. Немедленно приходи в ресторан Уинстон. Это пипец.
Верните нефритову. Ага. Так, давайте что? Вернем нефритову, а потом, может, вернемся домой. Ой, блин, вот это жесть вообще. Ну, кстати, что у нас там? Телефон. О, у нас Аманда даже есть. Даже есть Аманда. Ей, наверное, можно позвонить. Так, давайте сохранимся. Я уже здесь сохранялась, в общем. Думаю, если не пройду, то хотя бы не с контрольной точки начинать. Так. Можно мне машину? Чё? Особо ничего интересного нет из тачек. А чё они сидят там, где люди выезжают? Вообще ни стыда, ни совести. Так, стоп. А, блин, ой, простите. Это же это... Да блин, уйдите. Это нам по заданию потом туда ехать. Так, радио у меня выключено, так что радио я не слышу. Всё, погнали, хоть бы дверь закрыл, а то так тачку угонят. Так, мы, наверное, что-то сейчас... Сейчас новое можем? Я нашел одну из твоих статуэток. О, дракон, чудно. Я дал тебе слово, что больше не буду обучать членов Триад. Это плохо для кармы. А чего ты решил, что я состою в Триаде? Не лги мне, если ты не можешь о чем-то говорить, то промолчи, но никогда не лги. И как же мы будем говорить о вещах, о которых я должен молчать? Это и не нужно. Я в свое время очень неплохо тебя знал. Не думаю, что люди сильно меняются со временем. Это твое мнение, и ты имеешь на него право. What would you like to learn? Так, здесь особая атака против оглушенных противников. Блин. Ну-ка, дальше что у нас? Так, ну... Мне кажется, вот это можно еще прокачать. Сейчас нас научат. Сбивающий удар. Так. Да блин, не ты нажал. Ой. Прости. Так. Во. А, все, понятно. Да что ж... О, прости! Так, нажми... Бля, да хорош мне бить, чуваки, ну... Да я же бегу, ну... Там, то куда ж ты? Отпусти же ты, пацана! О! Да блин, да подожди, не то ты делаешь. Да отпусти ж ты его. Ах, кто ж ты? Ну? Не обязательно с разбега ты делаешь. О, это ваши руки в кровяке. Так, отлично.
Так, ну теперь давайте отправимся сюда и узнаем, зачем нас вызывает Уинстон. Блин. Опять не ту линию. Сейчас что-то будет. Спасибо. Как же нахер круто, что ты на моей стороне. О-оу. Вэй, мы тебя ждали. Ребята, чуете? Я чую. Крыса, которая жрет дерьмо. Знаешь, что бывает с крысами, Вэй? Да, слышал. Конрой все в подробностях мне рассказал, когда помогал мне с автобусом. Ёб твою мать, заткнись! Ты что, себе твою мать возомнил? Ты ходишь из ниоткуда, а потом наших ребят вдруг начинают арестовывать. Он сдал поп-звезду Уинстон, я точно знаю. Так ты сделаешь что-нибудь, этот говнюк стукач? Это правда, Мин? Ты сраная крыса, я отправил тебя к поп-звезде, а теперь он в тюрьме. Да? А кто с этого больше всего нагреется? Ты же теперь все кетаминовые дела поп-звезды под себя подгребешь, и никаких проблем. Ты будешь снабжать наркотой весь город, ты и псиный глаз. Поп-звезды нет, но ты это все еще торгуешь, верно? Так откуда ты берешь наркоту? Воу, 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 вот это да. Вы в самом деле будете слушать этого говнюка, он крыса, сраная крыса. Ух ты, грязный кусок дерьма, ты все еще работаешь на этого ублюдка, да? Стой, Уинстон, я клянусь, ты всегда был грязным засранцем, Мин. Клянусь, это не я. Вот это пипец. Вот это мы все перекрутили. Сраный предатель, приберите здесь. Верность важна, Вэй. Ой, статуэтка еще одна. Никогда не забывай об этом. Ты сам влез в этот бизнес, и ты можешь закончить так же, как этот кусок дерьма. Дайте мне статуэтку забрать. Там, кстати, пистолет в воздухе висел. А ты знаешь, что делать с крысами в Уинстон? Он сдал поп-звезду, я это точно знаю. Ну давай, чего стоишь? Ох, ему теперь сны плохие снятся. Так, надо к этому сходить забрать статуэтку. Где он, кстати, находится-то, блин? Вот, золотая рыбка, да, ну, золотую рыбку надо. Золотая рыбка. Где-то здесь, да, вход. Идите в ПК Пинк, возьмите посылку, после чего отправляйте золотую рыбку. Так, понятно. Там, мне кажется, еще одно сообщение было, нет? Вероятно, убийца занимается гонками. Надо поговорить. Так, понятно. Меня со всех сторон просто обложили. Так, где золотая рыбка-то, блин? Просто хочу успеть забрать. А вот он. Как-то так он идет. Так. А, мы же вот он на кухне. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бабка такая страшная, блин. Прослушка. Можно, конечно, опять вернуть нефритовую статуэтку, а можно, в принципе, их, наверное, копить. Так, прослушка и новое дело. Ой. Да зачем? Ну что? Так, прослушка или новое дело? Ладно, давайте прослушку. Ну, кстати, машину тогда надо. Можно угнать, в принципе. Давайте, наверное, все-таки заедем, отдадим, потому что, в принципе, нам по пути. Ой, простите, извините. Есть где-нибудь припаркованная машина? Конечно, жестко мы все перевернули, в итоге Мина убили.
Ну, Мин вроде правда же на псином глаза работает. Так что... И не совсем уж ни за что его убили. Да это не твоя тачка, это вот она. Блин, а как тут осталось-то добежать? Ну-ка, что это тут? А, вот что это за бойцовский клуб. Это просто можно с кем-то, походу, там, за бабки драться. Я так понял, твоя сестра умерла. Она была наркоманкой. Так и не смогла избавиться от этой зависимости. Возможно. Хотя, принимая во внимание твою карьеру, возможно, что все же интересное. Во всяком случае, для меня, я-то знаю, кто ты такой. А, там про историю. Ты только что просил меня не лгать тебе. Тогда будет лучше, если ты не станешь спрашивать меня о моей карьере. Логично. What would you like to learn? Так, комбинация захват и залома ноги. F... Давайте это прокачаем. Ай, не так. Давай. Да ёлки. Да встань. Так, смотри, захват. Бью и зажимаю. Ооо! А, и он оглушается сразу. Отлично. Блин, не так сделала. Захват. Так, и... Так. Ага. Ну, я поняла. Блин. Так? Да блин. Да ты задолбал меня бить, да дайте возьму. Да ёб твою мать, ну. Все ноги сломаю. Блин, ты чё? Ах ты. Да ты сука. Да куда ты делаешь? Эй. Да его просто воткнуло. Дай. Блин, вот это на самом деле удобная тема. Очень удобно. Так, давайте выберем задание. А хотя у нас уже, кстати, время тоже. Ну, давайте на всякий случай выберем. Потом поедем сюда уже в следующей серии, ребятки. Так что на этом все. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии, нажимать колокольчик, вступать в наши группы. Все ссылочки в описании. На этом мы прощаемся. Увидимся в следующей серии Sleeping Dogs. Всем пока-пока.